под ваши бурные аплодисменты, дорогие друзья, открылась ярмарка добровольческих инициатив и вакансий. Здесь место встречи тех, кто хочет помочь и кто в этой помощи нуждается. На 2 дня Центр реабилитации инвалидов на Чудновского объединил представители более 35 общественных организаций со всего города. Хорошо известные в Невском районе петербургские родители и Центр «Контакт», школу третьего возраста и даже необычный проект «Папа-школа», благодаря которому будущие отцы во время встреч в исключительно мужской компании перенимают полезный опыт. Очень многие будущие папы боятся, что у них не будет хватать времени на жизнь, на семью. Они не знают, как изменится, они тревожатся. Это вот есть такой внутренний страх. И во время встреч другие отцы рассказывают, как это происходит. И это помогает им быть более уверенными и сосредоточиться на поддержке жены. Волонтеры и гости ярмарки также приняли участие в семинарах и круглых столах. Перспективы развития добровольчества в Санкт-Петербурге и программы здорового образа жизни стали темами горячих дискуссий. Не обошлось и без поощрений. Самым активным добровольцам вручили волонтерские книжки. Я Абрамова Елизавета из педагогического колледжа. Последний год я занимаюсь подготовками встреч губернаторов на открытии социальных домов. Я занимаюсь активно волонтерскими движениями, участвую во всех всероссийских и иностранных конференциях по волонтерским движениям. Молодые люди не собираются останавливаться на достигнутом. В планах развития еще множество направлений, таких как комплексная помощь пожилым, реабилитация наркозависимых подростков и поддержка людей, попавших в трудные жизненные ситуации. Я рад, что нас поддержал комитет, что нас поддержали общественное объединение города. Вот, что это городское мероприятие состоялось впервые в Невском районе, и думается, оно будет традиционным у нас. Мы будем делать все для того, чтобы создать все условия для общественных организаций, чтобы они могли себя реализовать на территории Невского района. Сегодня в районе насчитывается около 1000 добровольцев. Организаторы ярмарки, участники надеются, что благодаря мероприятию людей, готовых помогать бескорыстно, станет еще больше.